потливость. Сколько женщин обращается сейчас в различные кабинеты, и ботокс подмышки, и дезодоранты, и различные там антиперспиранты, но пот есть нормальная физиологическая реакция, вы в тренажерном зале позанимались, вы в баньку пошли, пропотели, или интенсивные физические нагрузки, допустим, на огороде, это естественный пот. Но когда пот появляется в течение дня, и предательские мокрые подмышки, вся одежда испачкана, допустим, еще зловонные, вонючие, едкие, особенно когда у вас ночная потливость, и уже подушки все разлитые в желтых, в коричневых пятнах, надо обязательно насторожиться. Помимо того, есть препараты, которые мы назначаем при хронических заболеваниях. А такой пот именно свидетельствует, что есть в организме хронические процессы. Это может быть хронический тонзиллит, хронический гайморит, хронический пилонефрит и прочие заболевания. И, конечно, меркурий солюбилис, король такой потливости, особенно ночной потливости, где пот зловонный. В организме идут процессы разрушения, насторожитесь. А есть силицея. Но силицея у нас также, и пот вонючий, и подмышком, и луком пахнет, и различные оттенки пота, но силицея у нас зябкая и заболевает в холод, а меркурий хуже от жары, и он заболевает, когда он перегрелся.